Здравствуйте! Рада приветствовать вас в студии Российского общества знания. Меня зовут Екатерина Леонова, и сегодня у нас в гостях Андрей Воротынцев, кандидат химических наук, доцент Нижегородского технического университета имени Алексеева. Андрей, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме – энергетика будущего. Сейчас очень большие надежды возлагают на альтернативную энергетику. Скажите, в чем ее преимущество? Ну, чтобы рассказать об альтернативной энергетике, сначала нам нужно понять, какие ресурсы, энергоресурсы, в принципе, расходует наша планета. Стандартно это уголь, нефть и природный газ. Все эти ресурсы приводят к тому, что мы загрязняем планету. Это карбонизация, большой выхлоп диоксида углерода, отравление окружающей среды и прочие проблемы, которые с этим возникают. Однако есть альтернативные пути, и, соответственно, альтернативная энергетика. Сущность альтернативной энергетики заключается в том, что мы используем энергоресурсы возобновляемые. Это главное преимущество. То есть солнце у нас светит, ветер обычно дует, земля у нас теплая. И существует несколько, соответственно, видов и технологий добычи этой энергетики. Ну, самые основные — это, конечно, гидроэнергетика, гидроэлектростанция. Самая, наверное, популярная, но не самая лучшая — это солнечная энергетика. Также существует энергия, которая добывается с помощью ветра на море или на суше, где ставят ветряки, в которые дует ветер, и также с помощью турбин вырабатывается электрический ток. И, наверное, одна из таких менее популярных, но не менее эффективных, это геотермальная энергетика, поскольку наша Земля теплая, то это тепло тоже можно как-то использовать, чтобы получать энергию в качестве альтернативного сырья. Основные плюсы, как я уже говорил, это возобновляемость и экологичность. Но экологичность — это двойной вопрос, конечно. Тут есть свои подводные камни, о которых мы, наверное, позже с вами поговорим. А почему солнечная не самая лучшая? Она нестабильная? Ну, если вы знаете, во-первых, мы живем не в очень солнечном регионе. Это точно. Мы живем не в Арабских Эмиратах, где, например, солнце светит круглые сутки, ой, круглый год. Поэтому у нас имеется некая цикличность в получении солнечной энергии. А цикличность связана, приводит к тому, что мы должны аккумулировать эту энергию. И для этого используются аккумуляторные батареи, а это дополнительные энергозатраты и все, что с этим связано. Это к минусам. А вот сейчас много очень говорят о зеленой энергетике. Скажите, за ней будущее или нет? Скорее всего. Ну, вообще, когда я учился в университете, это было, наверное, лет 15 назад, уже тогда нам на лекциях говорили, что природных ресурсов осталось на достаточно маленький срок. То есть где-то 60-80 лет, и нефть кончится. Да? Ну, сейчас предпосылки такие же, да, поскольку ее добывают все больше и больше. Но, тем не менее, если мы не придем к зеленой энергетике или, по-другому, к альтернативной энергетике, то нашу планету ждет, конечно, катастрофа. Ну, а вот мы говорим о том, чтобы перейти на эту альтернативную энергетику, но почему не можем? Есть какие-то сложности? Конечно. Первая сложность, которая присуща альтернативной энергетике, это ее дороговизна. Как вы знаете, если мы используем зеленые технологии, любые другие технологии, которые должны уменьшить себестоимость продукта, то мы должны очень хорошо в это вложиться. Вот. Поэтому вся альтернативная энергетика существует на дотациях. Соответственно, в нее государство вкладывает достаточно большое количество денег, чтобы потом на выходе получить какие-то плюсы. Не всегда альтернативная энергетика экономически целесообразна, вот, ну, в частности, та же самая солнечная энергетика, да, но, тем не менее, она должна быть, поскольку у нас просто нет другого пути. А вот скажите, у нас на самом деле есть определенные проблемы с энергетикой, а в чем заключается проблема энергетики у человечества? Как ее можно решить, может быть, есть какие-то выходы? Да, несомненно, есть выходы. Ну, сейчас появляются электромобили, да, это экологически чистый вид транспорта, считается, что экологически чистый вид транспорта. Очень много говорят о декарбонизации, уменьшении выбросов углекислого газа с целью сохранения озонового слоя. Дальше, строительство солнечных электростанций, строительство других электростанций, ветровых ферм и всего остального. Эти технологии, которые там применяются, они, естественно, в будущем дадут нам эффект, который нам позволит жить без ресурсов,
которые мы сейчас потребляем, а именно без нефти, газа. А вот смотрите, мы же не стоим на месте, постоянно развиваемся, энергетика точно так же развивается. А вот есть какие-то сейчас идеи, на которых и будет строиться энергетика будущего? Да, основная, наверное, идея, которая сейчас везде муссируется, в СМИ, в научных программах, это, наверное, водородная энергетика. Вот. Как вы знаете или не знаете, существует несколько видов водорода. Это серый водород, голубой водород и зеленый водород. И цвета, соответственно, зависят от их метода производства. Серый водород получается газификацией каменного угля. Синий водород, или по-другому голубой водород, получается сжиганием или паровой конверсией метана. И зеленый водород получается с помощью электролиза воды. Водород сам по себе взрывоопасный газ, поэтому у него есть такой аналог, это аммиак. И вот аммиак с точки зрения хранения, он намного более к человечеству, наверное, применим, поскольку он сжижается при температуре комнатной, и его можно использовать, транспортировать не с такими энергетическими затратами, как водород, например. Угу. И, соответственно, с помощью применения каталитических технологий, которые тоже часто являются зелеными, мы можем этот аммиак, аммиак — это одна молекула азота и три молекулы водорода, разложить на азот и водород. От азота у нас улетит в атмосферу, что тоже, в принципе, хорошо, потому что мы частично им дышим, его 70%, да, а водород использовать по назначению. Соответственно. Это все очень интересно, и вы непосредственно с этим связаны. И вот в 2017 году я знаю, что вы стали обладателем гранта Российского научного фонда. Можете доступным, простым языком объяснить, чему вообще было посвящено ваше исследование? Мое исследование было посвящено непосредственно солнечной энергетике, но если уйти немного глубже в химию, поскольку я химик, то оно было посвящено катализу, а именно разработке новых катализаторов для процессов получения поли- и монокристаллического кремния, которые являются исходным сырьем для создания микро-наноэлектроники, но в том числе и фотовольтаики, в которой как бы у нас делаются солнечные батареи и солнечные модули. Вот. Сущность заключалась в том, что на сегодняшний момент при производстве 1 килограмма поликристаллического кремния у нас образуется до 14 килограмм побочного продукта тетрахлорида кремния, который является токсичной. И вот в своем исследовании мы разрабатывали новые каталитические системы, которые позволяли переработать этот тетрахлорид кремния в полезные продукты, создать, так сказать, рецикл, что относится к основным правилам зеленой химии, соответственно, рецикл, рецикл, за ним будущее. Вот. И вторая задача — это была создание полимерных катализаторов, которые имели бы двойное назначение, а именно могли катализировать процессы переработки тетрахлорида кремния и получения моносилана. Моносилан — это такой газ, он взрывоопасный, из него получают кремний по методу термического осаждения. Сложновато, но все равно становится более понятно. А вот есть такая наука — фотовольтаика. Вот скажите, пожалуйста, вообще какой вклад она делает в развитие вот этой энергетики? Ну, если уточнить, то фотовольтаика — это не наука, это раздел науки, который включает в себя электрохимию и фотохимию. Фотовольтаика нацелена на то, чтобы получить максимальный коэффициент полезного действия из того же самого фотоэлемента. То есть если мы раньше делали фотоэлементы там, 10-15 лет назад на основе кремния, то сейчас фотоэлементы, которые вырабатывают энергию, это очень сложная многокомпонентная структура, многослоистая. И, соответственно, лет 10-12 назад КПД самого мощного кремниевого фотоэлемента составлял порядка 13%, а сейчас она составляет порядка 40%. То есть мы шагнули немножко на новый уровень. А это, соответственно, удешевление киловатта энергии, полученной альтернативным путем. А вы знаете, у нас же жизнь идет, происходят совершенно разные процессы, и химические в том числе. Вы кандидат химических наук, и мне кажется, очевидно, что без химии наша жизнь просто невозможна. Скажите, пожалуйста, вот как, что такое вообще зеленая химия? Зеленая химия — это химия, которая нацелена на устойчивое развитие общества. Соответственно, если вспомнить, несколько десятилетий назад,
несколько десятков лет назад, химия нанесла огромный вред окружающей среде. Ну, в частности, такие крупные комбинаты и места — это Усолье-Сибирское. В частности, там было, находилось производство поликристаллического кремния, сейчас там борются с экологическим коллапсом, который произошел после всего этого. Ну, кроме этого, там много чего производилось. Дзержинск, город Нижегородской области, тоже огромные проблемы с экологией, связанные с неправильным, не с рациональным использованием тех или иных химических процессов. Зеленая химия, прежде всего, направлена на рецикл, на полезное производство. То есть любая реакция должна быть достигнута с максимальным выходом и с максимально полезным продуктом. У зеленой химии есть 10 основных принципов, я не буду их все наизусть рассказывать, да, но вкратце это сводится к тому, что мы должны вдумчиво работать, чтобы получать какие-то вещества, молекулы и так далее. Получается, на основе вот этих принципов зеленой химии, она помогает сохранить окружающую среду? Или как это происходит? Да, естественно. Или не только сохранить, но хотя бы уменьшить вот этот вредный вклад, который химия оказывает на окружающую среду. Вы создали прототип мусороперерабатывающего завода. Можете рассказать, в чем его уникальность? У нас раньше был такой проект у нашей научной группы. Мы занимались проектом в области переработки мусора, или по-другому его называют ТБО. Сущность технологии заключалась в пиролизе. Пиролиз — это высокотемпературное сжигание без кислорода от этого самого мусора. Основное отличие этой технологии от других являлось в том, что у нас было два реактора. Реактор — это там, где проходит химическая реакция. То есть в первом реакторе у нас происходил пиролиз мусора высокотемпературный. После этого жидкости и газы, которые образовывались в результате сжигания, подавались в расплав алюминия, и алюминий оказывал каталитический эффект на образующуюся смесь, и на выходе мы получали что-то подобное дизельному топливу. Во всяком случае, цетановое число у него было похожее. Вот такая технология. А вы же сейчас наверняка продолжаете работать над какими-то новыми проектами, разработками. Скажите, что вы сейчас разрабатываете, и как-то это связано с экологией и с энергетикой? Это напрямую связано с зеленой химией. Что вы знаете, она на частицах? Лучше я попрошу вас рассказать поподробнее. Наверное, что они очень маленькие. Новый проект, которым мы сейчас занимаемся, это левитационное получение наночастиц. Если вкратце, то вообще наночастицы в науке получаются обычно Зольгель-методом. Это метод, который присущ, что в нем используется большое количество органических растворителей, мы ограничены реакционным объемом колбы, и, соответственно, на выходе через сутки после проведения этого самого синтеза мы получаем достаточно маленькое количество наночастиц, в среднем там 1-2 грамма. Мы с коллегами разработали новый метод получения наночастиц с помощью метода индукционной потоковой левитации. Это когда физика непосредственно начинает работать вместе с химией, чтобы получить нанообъект. Нанообъект — это объект, который имеет размер 10⁻⁹ метра. Очень-очень маленький, глазу он не виден. Вот. Сущность заключается в том, что с помощью генератора мы подвешиваем каплю металла в состоянии левитации, обдуваем ее газом, и с нее начинают срываться наночастицы. И производитель такого метода примерно достигает по разным наночастицам до 100-200 граммов в час. Это очень большие выходы для наночастиц. Можно получать любые металлические наночастицы и некоторые полупроводники. Наночастицы из некоторых полупроводников. Соответственно, метод напрямую относится ко всем принципам зеленой химии, поскольку у нас не используются органические растворители, вода для охлаждения генератора используется в рецикле, и единственное, что мы потребляем, только электроэнергию из сети. А вот невооруженным взглядом это невозможно увидеть? Наночастицы? Ну как, да? Ну вообще возможно, когда они большим потоком срываются с поверхности раскаленной капли при ее температуре плавления, мы видим такой вытянутый поток, в котором находятся эти наночастицы, поскольку их много. Но вообще, в принципе, для визуализации нанообъектов присутствуют специальные методы микроскопии, сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, которая позволяет посмотреть на эти объекты с атомарным разрешением.
Ну, вот вообще энергетика – это же достаточно важный вопрос. И я знаю, что во многих странах, например, в США, в Китае или в каких-то европейских государствах очень большие инвестиции вкладывают в развитие как раз-таки возобновляемых источников энергии. А как с этим вопросом обстоят дела у нас? Если посмотреть на цифры, ну так, грубо, по грубой оценке, вообще в мире вкладывают в альтернативную энергетику порядка 300 миллиардов долларов в год. Mm-hmm. А в России эта сумма, ну, порядка 180 миллиардов рублей в год. То есть не миллиардов долларов, а миллиардов рублей. Это, конечно, меньшие затраты, но если подумать, что мы как бы страна достаточно богатая в плане нефти, газа и угля, то вполне понятно, почему мы достаточно мало сейчас вкладываем в альтернативную энергетику. Но первый шаг уже есть, и создаются новые солнечные фермы, ветрофермы, новые гидроэлектростанции. То есть идет работа к тому, чтобы потихоньку начинать заменять обычные виды топлива на альтернативную энергетику, что, конечно, очень радует. А вот если говорить обо всех источниках энергии, то какова доля среди них именно возобновляемых? Возобновляемая энергия где-то 20%. Причем где-то, наверное, 98% из этих 20% — это энергия, полученная с помощью гидроэлектростанций. Потому что это, наверное, самый, ну, такой передовой метод получения альтернативной энергетики. А солнечная энергия, на нее приходится порядка, наверное, 0,1%. То есть очень маленькая процент. А вот у нас в стране достаточно большие запасы именно органического топлива. Может ли это быть причиной того, что альтернативная энергетика у нас развивается медленно? Скорее всего, так оно и есть. Но, тем не менее, мы должны брать вектор развития именно на альтернативную энергетику, потому что когда-то это все кончится. Это точно. А можно ли атомную энергетику причислять как раз-таки к зеленой энергетике или нет? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Если мы копнем немножко глубже в альтернативную энергетику, то основа альтернативной энергетики — это возобновляемость. Поскольку в атомной энергии используется урановое топливо, обогащенное урановое топливо, то, наверное, все-таки это не совсем альтернативная энергетика, но это, наверное, одна из передовых технологий, которая используется в мире для этих целей. А вот ветрогенерация в России, она развивается? И если да, то в каких регионах более активно? Если быть точным, наверное, это, наверное, Оренбургская область, там построена большая ветроферма. В принципе, на юге у нас достаточно много ветроферм строится страны, и на севере тоже частично. Существует два типа ветроферм. Это ветроферм, который строится на суше, и который строится в море. Ну вот в море, конечно, это немного не наша часть, да, но вот на суше они есть, да. Но ветрогенерация, она, ей присущи определенные проблемы, которые вот существуют, да. То есть, если вы знаете, ветряки, так называемые, они мешают перелетным птицам, они очень громкие, они создают непосредственно вред, ну, наносят людям, которые рядом с ними живут. То есть это из таких вот минусов. И плюс ветер не всегда дует. Это точно. Ну и на самом деле это достаточно хорошо. Да. Но, однако, существуют другие аналогичные методы альтернативной энергетики. Это альтернативная энергетика приливных волн. Вот. Сейчас на Кольском полуострове, по-моему, строят такую электростанцию, когда у нас идет прилив, потом у нас идет отлив, и на разнице этих уровней воды у нас как раз получают какую-то электроэнергию. Да? Это первая станция такая будет? Нет, не первая, они существуют, в принципе, по миру, да, они немного сложны. Нет, у нас первая. У нас, наверное, да. Вот. Не могу быть точным в этом вопросе, сколько у нас таких. Вот. И, конечно, геотермальная энергетика, Камчатка, поскольку у нас земля всегда теплая. Вот. Из земли выходит пар, этот пар используется для вращения генераторных турбин, из которых генерируется электроэнергия. Вот. По-моему, весь Камчатский край по большей части полностью обеспечивается геотермальной энергетикой, которая тоже является альтернативной, потому что если земля остынет, то мы все, наверное, умрем. Вот. Но, надеюсь, не самые лучшие прогнозы. Вот. Поэтому она альтернативная, она всегда есть. А вот наверняка вы знаете, что в Ульяновской области устанавливали солнечные панели на крыше больницы. Как вы вообще, в принципе, оцениваете этот проект, и возможно ли такая установка панелей повсеместно?
Возможно, наверное, это положительный эффект, но поскольку КПД солнечной энергетики не настолько высок, как у других видов сырья, да, то это не совсем, так сказать, экономически целесообразно. Да? То есть вот если мы посмотрим немного вглубь этой истории, то, в принципе, жизнь одного солнечного модуля составляет примерно 30 лет. После этого мы должны его утилизировать, поскольку в нем есть в составе кадмий, то эта специальная утилизация должна проходить. Плюс, поскольку солнце светит днем, а ночью оно не светит, то мы должны аккумулировать эту энергию. Аккумулировать мы должны, соответственно, в аккумуляторах. Аккумуляторы — это сразу, использование аккумуляторов сразу повышает цену 1 киловатта этой солнечной энергетики. Вот. И самое главное, наверное, минус солнечной энергетики, как я и говорил, мы живем не в самом солнечном районе, да, и если мы будем смотреть материалы, из которых изготавливают солнечные модули, то, наверное, самым перспективным с точки зрения нашей, нашего климата — это солнечные модули на основе германия. Но германия настолько дорогой элемент, что из него делать солнечные батареи невыгодно. Хотя КПД этих батарей будет значительно лучше в нашей полосе работать. Вот. Однако существуют вот другие альтернативные технологии. Это вот в Новочебоксарске у нас есть производство Hevel Solar. Там производят окна, на которых напыляют, стеклопакеты, если быть точным, на которые напыляют кремний, из которых получают электроэнергию. То есть, вы представляете, например, небоскреб какой-то, да, который полностью застеклен такими стеклопакетами, которые здание полностью обеспечивает себя электроэнергией, ну, в какой-то части, может быть, не полностью, но в какой-то части. Ну, это интересно, это на самом деле. А вот смотрите, в США и в Европе, например, в частных домах устанавливают такие солнечные панели. Как уже было сказано, да, мы живем не в самой солнечной стране, у нас солнечных дней гораздо меньше. Но, может быть, есть какие-то регионы, может быть, есть какие-то города, где можно было бы тоже по такому принципу жить? Конечно, Крым, весь Краснодарский край. Наверное, это будет эффективно с точки зрения дополнительного источника энергии. Но полностью заменить, наверное, вряд ли получится, потому что газ все равно будет дешевле. И поскольку, как я и говорил раньше, солнечные батареи приходят в негодность, аккумуляторы нужно тоже постоянно менять. Это такой вот, хоть и альтернативный метод выработки энергии, но он достаточно трудозатратный в плане денег. А вот смотрите, мы каждый день практически, да, выходим на улицу, проходим мимо дорог, остановок и видим электробусы. Это у нас развивается, набирает, да, популярности, обороты, но... Как вы считаете, они являются экологически чистыми или нет? Если сравнивать его с обычным автомобилем, то, конечно, он является экологически чистым. Но всегда нужно понять, откуда мы берем энергию, на которой ездит этот электробус. Скорее всего, она берется, ну, с обычной топливной электростанции, да, с ТЭЦ или еще откуда-то, да. А выработка этой энергии, она является, ну, не совсем зеленой, так сказать, да. Вот. Но вообще было исследование, где сравнивали, сколько тонн СО2 выделяется при производстве обычного дизельного автомобиля и электрического автомобиля. И вот, ну, по-моему, где-то в полтора раза больше выделяется углекислого газа в случае производства электрических автомобилей ввиду того, что там используются аккумуляторы. Аккумуляторы — это почти половина всех выбросов СО2 в атмосферу. Так что... С одной стороны, да, но с другой стороны, декарбонизации здесь и не пахнет. Ну, электробусы — это в какой-то степени хорошо. И тоже не стоит на месте эта отрасль. Все время появляются какие-то новые транспортные средства. А как вы считаете, каким транспортом мы будем пользоваться в будущем? Что это за транспорт будущего такой? Я за водоробусы. То есть машины, работающие на водородном топливе. Тут есть несколько вариантов. То есть первый вариант, когда у нас имеется двигатель внутреннего сгорания, который работает на водороде. Водород, как я говорил раньше, можно получать из аммиака. Он не такой взрывоопасный, потому что если баллон с водородом взорвется, то от вашей машины останется только воронка. А баллон с аммиаком, если взорвется, ну, немножко вы покашляете, и окружающие, да, и тем более, что он не взрывоопасный газ, да, он немного токсичный, но не взрывоопасный. С помощью каталитического разложения его можно превратить в водород, который будет использоваться в двигателе внутреннего сгорания. Кроме того, и существует технология применения твердооксидных топливных элементов. Это топливный элемент, в который, с одной стороны, ну,
маленькая квадратная коробочка или не маленькая квадратная коробочка, в которой с одной стороны подается водород, а с другой стороны подается кислород. Там происходят химические и электрохимические реакции, в результате чего у нас выделяется вода и вырабатывается электроэнергия. Вот, я думаю, за топливными лентами наше будущее и за автомобилями, которые будут работать на топливных элементах или на водороде, наверное, это нас ждет когда-то. Вроде вот вы описываете, рассказываете, и звучит достаточно просто. Но почему-то до сих пор у нас машины совершенно другие. Скажите, возможно будет заменить, в принципе, вот весь транспорт на вот такой вот новый? Наверное, в принципе, можно, да. Но у нас всегда существует в России, как сказать, лобби, которое лоббирует именно проекты, связанные с нефтедобычей. Вот. Вообще у нас как бы кризис, да, по добыче сырья. Угу. И существует, соответственно, два пути решения этого кризиса. Один экстенсивный, другой интенсивный. Экстенсивный — это когда на нехватку углеродного сырья ты его просто начинаешь вырабатывать еще больше и больше. А интенсивный путь развития — это когда ты на нехватку сырья начинаешь думать, как тебе эффективнее потратить это сырье, чтобы произвести за тонну сырья больше продукции. И, соответственно, вот такая тонна сэкономленного сырья, она в 3-4 раза дешевле, чем тонна добытого сырья. Поэтому это вот очень важно помнить и стремиться к этому. А в какие сроки можно реализовать, в принципе, эту идею? Потому что это же достаточно все равно сложно, и производство длительное. Ну, все не стоит на месте. Это точно. Сложно загадывать, что там будет дальше, да, но я думаю, мы когда-то перейдем к альтернативной энергетике. Это не завтра и не через, наверное, 10 лет, но я думаю, лет через 50 мы намного сильнее шагнем в этом направлении. Угу. А вот как считаете, как можно бизнес стимулировать к тому, чтобы они использовали такие источники энергии, возобновляемые? Тут у нас один ход — это поддержка государства, дотации, гранты на использование зеленой энергетики, альтернативной энергетики. Другими путями она просто не может выжить. С учетом того, что сейчас в мире кремниевый кризис, вот, достаточно такой тоже интересный кризис, который, с одной стороны, связан с альтернативной энергетикой, но и произошел из-за зеленой химии. Как я говорил раньше, производство кремния — это достаточно отходный процесс, и поэтому с точки зрения зеленой химии производство кремния в Китае немножко сейчас останавливается, реорганизуется, чтобы уменьшить вклад соляно-кислых дождей, соляно-кислых туманов на окружающую среду, и поэтому цены на кремний выросли на 300%. Ну, соответственно, если кремний у нас вырос на 300%, вы можете представить, насколько выросло киловатт солнечной энергии сейчас, да? Да. Вот. И с одной стороны, вроде бы заботимся о зеленой химии, чтобы у нас меньше отравляющей среды было, но с другой стороны, мы повышаем киловатт энергии, полученной с помощью солнечной энергии. Вот такой вот кризис сложился у нас в мире сейчас. Ну вот смотрите, у нас бизнеса, в принципе, много очень в стране, но не меньше и крупных каких-то промышленных предприятий. Возможен ли их переход на возобновляемые источники энергии? Или это как-то сложно, может быть? Смотря какие отрасли мы рассматриваем, наверное, возможен. Но в первую очередь предприятиям нужно, естественно, использовать технологии, наверное, больше зеленой химии, но если это с химией связано, автоматизация технологических процессов, рецикл, рекуперация теплоносителей и всего остального. То есть мы должны использовать бережное, в первую очередь, производство, чтобы пользоваться в итоге альтернативной энергетикой, потому что все это взаимосвязано. А вы можете сказать конкретные вот отрасли, которые смогут перейти на такие источники энергии? Конечно, наверное, это производство каких-то полимерных материалов, та же самая нефтехимия, наверное, тоже отчасти может перейти на альтернативные источники питания. Понимаете, а альтернативные источники питания — это такой вопрос, как бы, ну, нет понимания, мы можем или не можем перейти. Все это в итоге электроэнергия. Какая разница, как она добывается? Главное, чтобы она была постоянной. Если мы сможем обеспечить постоянный приток солнечной энергии на какое-то производство, это производство сможет работать на альтернативном источнике энергии. Все достаточно вот так просто. А вот смотрите, энергетика важна, да? А вот что такое экогород?
Эко-город — это инфраструктура с устойчивым развитием, где люди раздельно собирают, наверное, мусор, ездят на экологически чистом транспорте, на велосипедах, на электромобилях и так далее. И, в принципе, следят за окружающей средой и наносят ей минимальный вред. Ну, я, наверное, себе так это представляю. А у нас в России вообще возможно создать такой эко-город? Ну, или, может быть, какой-то прототип? Почему нет? У нас уже есть такие непосредственно шаги к этому. Это, наверное, за этим будущее, поскольку без устойчивого развития, защиты окружающей среды, заботы о среде, мы, наверное, не сможем развиваться дальше как человечество. Угу. Вот. И уже сейчас мы, наверное, должны начинать с себя, экономить воду, раздельно собирать мусор, перерабатывать этот мусор, отказываться от пластика, использовать сырье, которое биоразлагаемое. Ну и всякие такие вещи. Ну потихоньку мы делаем эти шаги, мне кажется. Наверное, да. Обязательно к этому придем. Но смотрите, вот с транспортом, да, разобрались, что через 50 лет какой-то большой шаг, скорее всего, в развитии сделаем. А вот с эко-городом, какой срок нужен, чтобы мы пришли к этому, чтобы такой город мог появиться? Сложно сказать, поскольку это вопрос, наверное, больше менталитета. Угу. Скорее всего, российского менталитета. Поскольку мы не нацелены на экономию электроэнергии, экономию воды, мы не нацелены на раздельный сбор мусора. А это как бы основополагающие вещи для развития таких эко-городов. Если люди придут к этому, ну, они должны прийти, вот, то, наверное, эко-города появятся. Но если менталитет человека российского немного не поменяется, то, наверное, мы к этому не придем никогда. Ну, кто-то же уже пришел к этому. Мне кажется, что через несколько лет, ну, через определенный какой-то срок, это будет количество людей таких увеличиваться. И в любом случае, возможно, эко-город действительно появится. Будем надеяться. А как вы можете описать жизнь? Обычный день, да, человека эко-города? Обычный день человека эко-города? Да. Ну, наверное, он просыпается. Ест какую-то полезную пищу. А что такое полезная пища в эко-городе? Которая, наверное, зеленая, с минимумом холестерина и все такое. Вот. Но это, наверное, не суть важно, да. То есть человек идет на работу, занимается чем-то полезным. Все то же самое, но параллельно с этим он не оказывает вред окружающей среде. То есть если мы говорим непосредственно о человеке, то есть он поел, он должен собрать мусор, он включил свет, он должен ее выключить, чтобы свет просто так не горел. Если он пользуется водой, то тоже экономить воду и остальные ресурсы, которые он использует в своей повседневной жизни, наверное, это основное. Угу. А вот есть еще какие-то конкретные принципы для того, чтобы люди, которые сейчас вот живут, могли бы сохранять природные ресурсы нашей планеты? Конечно, это, наверное, если с точки зрения дома смотреть, то это его автоматизация, установка каких-то датчиков, которые на освещение, которые работают, когда солнца нет, а когда солнце есть, они включаются, включают электричество, экономия воды, установка датчиков, контроль себя, то есть сколько ты тратишь воды, сколько ты тратишь электроэнергии в месяц. Записывать все. Ну, не записывать, у нас же у всех есть гаджеты, все уже внутри телефонов, да, ты можете просто себе легко сделать какую-то статистику, чтобы понимать вообще, как вы экономный человек или неэкономный. Ну и в первую очередь надо начать с себя, сделать первый шаг. Но вот какие привычки должны быть у человека, чтобы была возможность снизить энергопотребление? Чистить зубы, когда чистишь зубы, выключать воду. Когда ты выходишь из помещения, выключайте свет. Ну и всякие такие вещи. Ну, меня больше всего, конечно, раздражает процесс с мусором, да, потому что, ну, это глобальная экологическая катастрофа, которая сейчас у нас происходит, да. Существует достаточно большое количество аналогов и альтернативных решений в плане переработки мусора, да. Россия пока здесь на таком достаточно низком месте в этом развитии, поскольку, ну, мусорные полигоны, они просто колоссальные источники отравления нашей окружающей среды, а с другой стороны, это источник органического сырья, который тоже можно переработать с помощью того же процесса пиролиза, высокотемпературного сжигания, или с помощью там каких-то бактерий, и получить на выходе метан или электроэнергию еще каким-то образом. Вот. Поэтому это, наверное, основополагающее, что должно быть вот в этих эко-городах. И, соответственно,
Для этого всего нужен раздельный сбор мусора. Не только раздельный сбор мусора с точки зрения, что человек его положил в разные там, корзиночки, да, но и когда его забрали, его тоже положили в разные источники, где там они утилизировались. Они перемешали, как это делается. Вот, очень часто мы наблюдаем это на улицах, да. Вот. То есть цели и задачи должны быть не просто впустую как бы теряться у нас, а должны достигаться. А вот на сегодняшний день существуют какие-то уже энергосберегающие технологии или нет? Энергосберегающие технологии, ну, если на производствах, то это автоматизация. Автоматизация всегда экономит энергию. Если для дома, как я и говорил, это различные датчики, которые уменьшают потребление электроэнергии. Вот. Ну и все, в принципе, такое. Угу. А вот как считаете, с развитием всего вот этого, как изменится наша жизнь в будущем? Наша жизнь в будущем станет, наверное, дороже. Дороже? Еще? Ну, поскольку альтернативная энергетика, а мы к ней идем, она достаточно дорогая, да, то, наверное, наша жизнь станет дороже. Ну а как будут люди получать эту энергию? Так же, как и сейчас, это основные источники, это гидроэлектростанции, это солнечная энергетика, это энергия ветра, энергия приливов и отливов, геотермальная энергетика и переработка вторсырья, переработка органических отходов с целью получения синтез газа или метана для дальнейшего его сжигания и получения электроэнергии. Угу. А вот если говорить о глобальном потеплении, это же в любом случае сказывается. Как можно действовать в этой ситуации? Потребление же энергии все равно увеличивается. Как быть? В этой ситуации нужно уменьшать, так сказать, вот это модное слово, которое сейчас везде фигурирует, нужно развивать декарбонизацию, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу. Соответственно, это электроавтомобили, соответственно, это переход на альтернативную энергетику, которая никак не завязана с получением СО2, и все, что с этим связано. Производство должны меньше выбрасывать углекислого газа. Вот. Ну и до 2035 года мы должны как-то снизить в соответствии с конвенцией. Это увеличить эту декарбонизацию, получить какие-то положительные результаты. Хотя, с другой стороны, вот знаете, если мы также ту же самую солнечную энергетику возьмем, у нее тоже есть свои подводные камни, да, то есть у нас, когда поверхность Земли покрывается солнечными элементами, ее отражающая способность становится немного другая. Соответственно, у нас тоже это непонятно, как это все влияет на озоновый слой, но точно не положительно, скорее всего. Поэтому везде есть свои нюансы, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. А какая самая оптимальная система вот, энергодобычи? Энергодобыча, наверное, из энергии воды, то есть гидроэлектростанции. Почему? Ну, потому что они более постоянны. Вода, течение, оно всегда есть. У нас используется где-то 20% всех ресурсов, которые мы можем использовать для создания гидроэлектростанций. Вот. Опять же, ветер, он не постоянен, солнце не постоянно, требуется аккумуляция, а гидроэлектростанция, это нон-стопом происходит. Ну, то есть это оптимально именно для нашей страны? Для нашей страны, да. Угу. А для других стран оптимальнее, наверное, что-то другое. Вот Ангела Меркель приняла там свое постановление, что они должны отказаться от атомной энергетики. Теперь люди локти кусают, пользуясь одной только солнечной энергетикой. Пройдет, наверное, год-два, и они обратно вернутся к атому. А какие в институте у вас проводятся исследования, вот в принципе? Ну, в нашей научной группе проводятся исследования, связанные с мембранами. Если вы знаете, человек состоит из мембран, которые что-то не пропускают, что-то пропускают. И вот если взять этот вот процесс на технологии, то можно энергоэффективно разделять два газа. Например, разделить кислород и водород с помощью мембраны при комнатной температуре, не используя компримирование и низкие температуры. Вот. И ведутся работы, связанные с катализом. Катализ — это неотъемлемая часть зеленой химии. Катализатор — это вещество, которое добавляется в химическую реакцию для ее ускорения. И оно не тратится в ходе химической реакции. А работы, связанные с интенсификацией и улучшением производства поликристаллического кремния в части двух процессов. Основные процессы — Siemens процесс и Union Carbide процесс, в котором получается моносилан, из которого больше получается поликристаллический кремний. Мы тоже создаем катализаторы полимерные, бифункциональные, которые запускают сразу две реакции, нами исследуемые. Кроме того, ведутся работы, связанные с переработкой конопли,
Я, поскольку из Нижегородской области, у нас достаточно большие территории засеяны коноплей, но не той, которая не разрешена законом, та, которая раньше использовалась для создания веревок и всего остального. Конопля — это очень хороший источник нано- и микроцеллюлозы. Нано- и микроцеллюлоза — это, наверное, будущее наших бронежилетов, будущее наших денег, потому что они более устойчивые и применяются в больших, в достаточно широких отраслях, потому что это биоразлагаемые полимеры можно на основе этого делать, соответственно, менять пластик на биоразлагаемые полимеры — это всегда положительный эффект. Ведутся работы по добыче ксенона. А вообще ксенон стандартно компримируется из воздуха, но его там маленькое количество, поэтому его можно добывать из природного газа. Сейчас он обычно не извлекается, а просто сжигается, точнее не сжигается, а сбрасывается куда-то в атмосферу. Да? Однако ксенон — это... Я забыл слово. Однако ксенон — это наркоз будущего, поскольку он никак отрицательно не сказывается на здоровье человека. И вот с помощью газогидратных технологий наша научная группа добывает этот ксенон из природного газа. То есть реактор — это большая ячейка, закачивается под большим давлением природный газ, в котором содержится вода, и там начинают расти газовые гидраты, в которых начинает осаждаться этот ксенон, и потом с помощью мембранного газоразделения мы можем разделить природный газ и выделенный ксенон, соответственно, получать его таким образом. А как вы считаете, на опыт каких стран Россия сейчас может ориентироваться? Я думаю, на опыт Японии. Почему-то вот она мне ближе всего. И на опыт части стран Евросоюза. В той части, что они очень эффективно перерабатывают мусор. Вот. Очень интересно, есть работы, где делают гибкие солнечные модули. Как вы знаете, что если вот солнечный модуль — это обычно твердый каркас, да, стеклянный, то он загрязняется, его нужно чистить со временем. Да? Например, в Арабских Эмиратах есть технологии, которые делают эти модули гибкими, и они находятся на двух валиках, и, например, когда он загрязнился, его КПД упало, валик продвигает этот модуль дальше, он чистится, а чистая сторона начинает использоваться заново. Такие есть очень хорошие технологии. Мне кажется, сегодня мы узнали гораздо больше об энергетике, и за это спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был Андрей Воротынцев, кандидат химических наук, доцент Нижегородского технического университета имени Алексеева. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Не за что. Ну а с вами была я, Екатерина Леонова, Российское общество знания. До новых встреч!